ведущий специалист по охране труда. Зарплата за январь 60 953. Инженер-экономист 73 тысячи. Я кратко буду. Контролер абонентского отдела 59 тысяч. Начальник абонентского отдела 114 тысяч. Начальник отдела ТЭР 116 тысяч. Пропускаем-то 50-60, это мелочи. Прораб Григорян Гейхар Горикович 99 тысяч. Главный инженер Жишко Алексей Иванович 224 971 рубль. Это я вам докладываю, так, вот он, документ. Главный энергетик 124 тысячи. Главный бухгалтер 104 тысячи. Это все, что выше 70-80 считаю. Мастер Маслюк 97. Начальник ПТО 92. Бухгалтер, попущу даже. Директор Птенцов Олег Валентинович 95 тысяч, там зам главного бухгалтера 88, там пропускаем, исполнительный директор 268, инженер-проектировщик 102, 94. Ну вот правда, вот что, правда можно было так, а? Вот я как-то организация, которая 400 миллионов долго позволяет такие зарплаты.